25 апреля в Казахстане проводится конкурс «Лучший услугодатель». Организуют его для повышения статуса услугодателей, укрепления основ клиентоориентированности в работе. В областном маслихате прошел первый областной этап. Участвовали представители 7 организаций. Победителем регионального этапа стала Эмилия Зуевич. Ее услуга называется «Апостолирование официальных документов, исходящих из государственных органов и нотариусов». В начале июня ей предстоит представлять область на республиканском этапе в Астане. Лучшими на территории области были выбраны 7 организаций по таким критериям, как отсутствие жалоб, отсутствие нарушений, отсутствие просрочек в оказании государственных услуг. И вот лучшие у нас попали на областной этап. Здесь они должны будут презентовать свой проект и рассказать о том, как они готовы, как они планируют улучшать качество оказания услуг.